Одной из основных проблем радиационного контроля производства предприятий ядерно-оружейного комплекса является разработка способов оценки поступления актинидов, радиоактивных элементов, в организм человека через кожные покровы. Для решения задачи оперативного обнаружения внедрения радионуклидов в кожных покровах кистей рук по инициативе руководства производственного объединения «Маяк» в тесном содружестве ученых и специалистов службы радиационной безопасности химико-металлургического завода была разработана установка «Пальцемер», позволяющая определять содержание трансурановых нуклидов в раневых повреждениях персонала в реальных производственных условиях. Этот способ для того, чтобы быстро, оперативно, своевременно определить, есть ли загрязнение под кожей, которое может привести к повышенному внутреннему облучению, и принять соответствующие меры медицинского характера и прочего. После проведения первичных испытаний две установки «Пальцемер» были переданы в опытную эксплуатацию на химико-металлургический завод. За время эксплуатации «Пальцемера» на химико-металлургическом заводе следует отметить его бесперебойную работу. Проведено более 35 тысяч фактических измерений. Из других зданий, из других цехов приходят люди с такими же просьбами: замерьте у нас и когда такая установка появится у нас. Очень нужна эта установка, мы ее очень ждем, они заказаны, около 5 штук ждем. На основе полученных данных оформлены две заявки в Роспатент на изобретение. Одна из них подтверждена патентом Российской Федерации. Авторы Владимир Вострухов, Андрей Вострухов и Олег Чернышов. В дальнейшем планируется выход установки на российские и зарубежные рынки.